Что нужно знать и уметь автомеханику? Как проходит шиномонтаж? Что такое сход-развал и другие премудрости профессии автомеханика пытались освоить ребята из школы-интерната «Доверие». Сотрудничество интерната с компанией «Газпром Космические системы» насыщено интересными и полезными мероприятиями. Регулярные встречи в преддверии различных праздников и, конечно, подарки, всегда нужные ребятам и важные, в том числе для реализации в будущем. Наш проект, в котором мы пытаемся показать ребятам разные виды профессий, которые они могут использовать в дальнейшей своей жизни. И пытаться показать профессии изнутри именно. Вот сейчас вот мы приехали в автосервис, и ребята на деле, на практике пытаются посмотреть устройство машины, как они ремонтируются, в шиномонтаж сходили. На этот раз группу из нескольких человек привезли в автосервис в Болшево. Ребята из 8-9 классов уже активно готовятся к выбору профессию. Здесь воочию воспитанники доверия смогли увидеть, да и на практике попробовать, как проходит шиномонтаж, как ремонтируют двигатель, какие детали необходимо проверять при неисправности, что важно знать в процессе регулировки схождения развала колес. Баланс у него по 10 грамм. Была бы покрышка, можно было подбалансировать, когда будет здесь две цифры 0, совпадает, значит, колесо отбалансировано. Нужно обязательно знакомиться с этим, потому что одна теоретическая часть – это как бы не показатель. То есть надо как бы вживую все пощупать и понять, надо это ему или нет. Сход, развал, балансировка. Сегодня ребята из интерната «Доверие» приехали в автосервис, чтобы познакомиться с профессией автомеханика. Говорят, что многим из них профессия пришлась по душе. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».